Враги подходят с востока! Они подходят к нам с тыла! Враг сзади! Враг сзади по левому флангу! Наркоман, с Москвы хулиган, с Москвы наркоман, наркотики куришь. С Москвы наркоман, с Москвы хулиган, с Москвы наркоман, наркотики Сломались, пацаны. Сломались. Закончился, да. Можно оттащить на Россию обратно. А вы хоть знаете, куда вы едете? Нет. Куда? Нет. На Киев, блядь, хуярите. Да. Хотя по новостям говорят. Ну, у вас пока все на нашей стороне. Ваши и плен сдаются хорошо. Потому что тоже пацаны не знают, куда едут и ехать, блядь. А с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик. Кроме того, националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но, по сути, играют и роль заградотрядов. Более того, по имеющейся информации, и это подтверждается результатами объективного контроля, мы видим это. Бендеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам. По сути, они действуют так же, как и террористы во всем мире. Прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения. Достоверно известно, что все это происходит по...